заигравшиеся люди в страдании становятся бессильны. Многие люди, даже оказавшись уже в состоянии, когда ситуацию надо менять и вообще многое что делать, и двигаться дальше, и вообще просто принимать какие-то решения, у них на это нет мощи вот этой внутренней. И в этом случае, если пребывание в этом месте, это неуместность, да, вызывает у вас страдание, и вам нужно принимать решение, то страдание можно использовать просто как, ну, какой мобилизатор, как конструкцию, при которой я не смогу здесь стать уместным. Здесь все поезда ушли уже. Вот, и мне нужно искать свою уместность в новых обстоятельствах, в новой среде. И тогда страдание есть тот как бы движущий фактор, который способен вас вытолкнуть из этих устоявшихся динамических стереотипов и заставить формировать новую жизнь в новых обстоятельствах, с новыми людьми, с новыми профессиями, с новой занятостью, с новыми интересами. Вот, поэтому, ну, можно извлечь смысл, но не заигрывайтесь.